По итогам 10-го этапа ралли-марафона «Дакар-2014» казахстанские гонщики улучшили позиции в общем зачете. Так, экипаж Айдына Рахимбаева и Владимира Демьяненко пришел 16-м, поднявшись на 3 строчки и теперь занимает 11-е место. Второй легковой экипаж Дениса Березовского и Игната Фалькова пришел 30-м, отыграв сразу 8 позиций, занял 35-е место в генеральной классификации. Грузовой экипаж «Астана Моторспорт» занимает 13-ю строчку на этапе и 21-ю в общем зачете. Сегодня участникам предстоит пройти 11-й этап. Гонщики преодолеют 605 километров спецучастка и 144 лиазона. Напомню, до конца марафона осталось 2 дня.